Сегодня Республика Башкортостан присоединилась к Приволжскому окружному марафону «Наш день победы». Специально для этой акции легендарная песня была переведена на башкирский язык. В записи клипа приняли участие народные артисты Башкортостана и известные в республике люди. Первое исполнение песни «День Победы» на башкирском языке состоялось в конце марта этого года, до введения в республике режима самоизоляции. Видеоролики, снятые в регионах Приволжья, покажут в телевизионных эфирах округа. Их можно увидеть на YouTube-каналах и в социальных сетях по хэштегу «Песни Победы ПФО. Наш День Победы».